Эта история началась 2 года назад, когда в ходе капитального ремонта фасада дома номер 9 по Советскому проезду заменили старенькую, но вполне себе еще пригодную железную дверь на новую. Правда, она оказалась еще хуже предыдущей. Она настолько тонкая, что просто-напросто кто-то ее потянул, и она выгнулась вот в такой вариант. Ну, приходили, они починят, поменяют доводчик, проходит 2 дня. История та же. В результате жильцы провели общее собрание собственников, в ходе которого проголосовали за замену неисправной двери на новую. А также обратились к депутату Павлу Русакову с просьбой оказать содействие в скорейшем решении вопроса. Демонтажом и установкой занялась управляющая компания. Кстати, как оказалось, случай далеко не единичный. Мы дверь эту демонтируем, она будет у нас храниться. И надеюсь, что там в рамках претензионной работы мы эту ситуацию регулируем. Много уже мы поменяли. Какие-то там адреса сами представители фонда заменили двери. Вот. Но, к сожалению, вот вопрос этот открыт до сих пор. Они просто не выдерживают той нагрузки, на которую должны быть рассчитаны. Да? То есть двери ломаются, двери загибаются, домофоны не держат. Хотелось бы централизованно как-то выйти на разговор с фондом, да? Потому что претензионная работа велась и управляющей компанией, и я направлял обращение. И как-то вот вразумительных ответов и принятых мер мы не увидели. Новая дверь даже визуально качественнее и прочнее, к тому же антивандальная. Это предыдущая дверь, вот можно посмотреть, вот она поломалась прямо здесь вот. Соответственно, она, ну, ребят, вот вы... так, ни о чем, а вот вы совершенно чуть... другая дверь, да, вот. Даже звук разный, понимаете, да, дверь поплотнее. Проконтролировать ход работ приехали представители территориального отдела центральной. Пользуясь случаем, жители попросили также заменить покрытие на детской площадке, которая вздулась после зимы, и установить там освещение. Все озвученные вопросы были взяты на карандаш. Но помимо новой качественной двери, у дома появилась еще и камера системы видеонаблюдения Московской области «Безопасный регион». Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, «Видное ТВ».